Все готово? Состоялся матч 1/32 финала Кубка России сезона 2014-2015 года. Футбольный клуб «Колонна» принимала команду ФНЛ, футбольный клуб «Тосно». Со счетом 4-1 победа одержала команда гостей, футбольный клуб «Тосно». Предлагаем вашему вниманию главного тренера футбольного клуба «Тосно» Косова Николая Николова. Николай Николов, просим прокомментировать ход игры и результат матча в целом. Комментар, который сделаю, он полностью нашей команды, потому что хорошо выиграла сегодня команда «Тосно». Я думаю, что мы проиграли противника по всех показателях. Может быть, в какие-то моменты вступали единственным в единоборство, но зато у нас было так, наши игроки хорошо были расположены по полю, так что это не помешало нашей игре, и думаю, что закономерно наша команда выиграла. Отдельно изучали команду соперника перед этим матчем, ни такой надобности не было? Изучали очень хорошо команда, наша команда, так что не было что-то неожиданное на поле от стороны противника команды. С этим связано, что ряд игроков, ведущих, вы решили, так понял, дать отдохнуть и просто не приехали сюда, или некоторые вышли на замену? Я лучше не комментировать, это своя позиция, потому что это длинный разговор будет. Просто хотел действительно отдать паузу на некоторые игроки, которые поистощили себя. Это двойной тур. Некоторые, которые до этого момента мало играли, тоже было нужно задействовать их. Кого-то могли бы выделить из своей команды? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как сегодня охарактеризуете игру колонинского воспитанника футбола Андрея Пазина? Номер 24. Пазин очень хороший футболист, так что я очень рад, что в нашей команде есть именно Пазин. И поздравляю его за его старания и за его самоотдачу по полю. Если хочется, даже могу выделить сегодня именно его, потому что он заслуживает. А автор двух голов Ходорцев? Ну тоже есть. Ну всю команду, наверное, так надо выделять. В принципе, при такой результате и при такая победа, я должен вся команда поздравить, так что неприятно, когда выделяю некоторые игроки, которые заявили себя хорошо. Николай Николов, как считаете, в принципе, допустил, наверное, ошибку ваш второй голкипер, который вышел, когда хозяева забили гол престижа в конце матча? Надо посмотреть. Я думаю, что неуверенно поступил в этой ситуации и просто отдал возможность на атакующий игрок из-под его там забить гол. Но это не пугает, потому что при такой результат получилось. Главное, что этот игрок сохранил уверенность или добился, то есть не сохранил, а добился с уверенностью, почувствовал себя хорошо в нашей команде. Он молодой, за первый раз играет, и нормально, что можно ошибиться. Несмотря на счет, кто-то запомнился, кого-то могли выделить в команде хозяев или нет? 11 номер. 12? 11. 11 номер. Очень такой игрок на пуристе, самоотдача. Так как и 5 номер, центральный защитник, который в стандартной ситуации неплохо действовать. И заключительный вопрос. Как вы город успели посмотреть и болельщики сегодня, атмосфера самого? Что-то можете сказать по этому поводу? Я, к сожалению, город не увидел, потому что мы вчера в ночь в 2 часа пришли в гостиницу. Не было времени вообще сегодня установки с игроки и так далее. Но поздравляю болельщики за эту атмосферу, которую создали. Это очень приятно и хорошо за футболистов. Спасибо, у меня все вопросы, уважаемые коллеги. Все, спасибо, Дмитрий.